Ну все. Запустились? Запустились, да. Всем привет. Да, будешь читать ты, а я отвечаю. Хорошо. Давай мы покажемся. Вот такие мы красивые. Привет, привет, всем привет. Здорово, Сонь. Как ты? Ну, рассказывай, как ты, как ощущения? Ну, как ощущения? Как всегда после наркоза. Немножко муторно, немножко слабенько, а скоро надо уже домой. Ненавижу лежать, ненавижу болеть. А в остальном почти все нормально. Так, дай-ка я тебе покажу такого красивого с капельницей. Спрашивают, что делали. Губа меньше, уже заметили. Да, уменьшали форму губы. Вон, покажи золотые ниточки. А, да, вот золотые ниточки поставили. А в лицо, чтобы у нас в будущем не было морщинок, поменяли немножко глаза и поменяли несколько формы ягодицы. Ни импланты ничего не трогали, так складочку меняли под задницей. Так что это будет ощутимо. Ну, в общем, и все. Операция длилась где-то 5,5 часов. Прошло все хорошо, все удачно. Ну, теперь дней 5 буду восстанавливаться. Спрашивают, операция дорогая? Не знаю. Ну, откуда же мы знаем? У нас... Спрашивают, когда на тренировке? Понедельник, может быть, вторник. Ты уже будешь тренироваться? Нет, тренировать. Это же работа. А тренироваться неделю через две не раньше. Говорят, хватит валяться гул в зал. Мне ж надо сесть, а сидеть мне теперь достаточно проблематично пару недель. Так что работа будет вся стоячая. Лицо вообще другое. Да. Главное, чтобы паспортный контроль пройти теперь. Да не, такое же. Спрашивают, как это ты не знаешь стоимость? Просто не хочешь говорить. Нет, почему? Потому что у нас особые отношения с этой клиникой. Ира когда-то здесь работала, ну и, соответственно, я здесь уже лет 11, много друзей, соответственно, у нас несколько особые оплаты. Говорят, про присед можно забыть на месяц или больше. Сколько? На месяц, да. И про присед, и про становое. И про все. Что? И про все можешь забыть пока. Да. Будешь отдыхать. Вот, сейчас докапываем капельницу, и супруга повезет меня домой, где я буду отлеживаться, а она меня покинет, уедет на фотосессию, потому что ей надо закончить проект фигуры моей мечты. Соответственно, сегодня последняя операция. Операцию пластическую делали, красоту наводили, усовершенствовали Сашу. Еще. Домой сейчас, наверное, прокапаемся, нам чуть-чуть вот осталось, и поедем домой. Ну, Зай, а ты можешь с ним пока поговорить, я отвечу на звонок. Так, сейчас я подожду. Давай. Тебе нажмешь? Ой, нажму. Алло. Так. А. Так. А что, красоту не навели? Где не да, навели? Да, уже они ее в этом... Что с глазами делали? Форму глаза поменяли, чуть вытянули его, связочку чуть пересадили. А так? Так все нормально. Татуировки классные, спасибо. Павлодар. Губы чувствую. Да на самом деле, как ни странно, я в чем-то почти не чувствую боли. Ногти накрашены. Сколько стоит, еще раз говорю, не знаю. Ой, рука вот отнимается правая, а так все нормально. В губах что было? Биопример? Нет, там уже давным-давно ничего не было, там просто переделали объем. И все. А нижняя губа больше теперь? Ну да, больше. Один вопрос, зачем? Ну мы все что-то меняем в нашей жизни. Соответственно, теперь, соответственно, вот так вот. Нет, почему же я гей? Зачем так? У меня низкий болевой порог. Да на самом деле зависит от внутреннего состояния. Не знаю, по-разному бывает. Сколько стоит в Москве хата?
В каких районах? Я не знаю, сколько они стоят в Москве. Я же в Санкт-Петербурге. Айр Сатан. Вот и Сатан. Так все. Но самая проблема в операции это на самом деле лежать. Я ненавижу лежать, я люблю двигаться. Сатанист? No, no, no. I'm no сатанист. I'm Christian. Сколько жены вместе? Вечность. Достаточно долго. Операция на что была? На лицо и немножко меняли конфигурацию задницы. Крепкого здоровья, хорошего вам результата. Спасибо большое. Как куки такие сделал? Оттачивали. У меня у друга своя клиника, и, соответственно, он ее делал правильно, менял прикус, выстраивал, вытачивал он достаточно долго, да. В Питере, да, конечно, дешевле стоит. Твое любимое блюдо? Их много, не знаю. Зачем такой образ? Зачем мне такой образ? Не знаю, так он получился, собственно, такое и есть. Дальше будут еще какие-то операции. Сразу после операции уже ничего не ходится. You are amazing, thank you. Поправляться. В грудных буду теперь набирать массу. Мы здесь поделали все, что мы хотели с грудной. Жирок оттуда убрали. Теперь, собственно, можно будет заняться пампом, потому что жирок мне был несколько нужен. Потому что для того, чтобы поменять складку под задницу, надо было найти жир в организме, отсосать его, потом несколько вставить его, соответственно, в ягодицу. Собственно, вот. Ну что, герань пробовал. Что такое герань? Вы имеете в виду жиросжигатели на основе герани? Не, вообще жиросжигатели не очень люблю. Тебе нравится моя внешность сейчас? Любимая, тебе нравится моя внешность прямо сейчас? Я тебя люблю, любого. Она меня любит любого, да. Мась, возьми, пожалуйста, то у меня ручка. Я просто, а я сейчас опять отойду, у меня вызвано будет. Мальчики, девочки, все простите, у меня ручка отваливается уже, так долго держать не могу. Давай я подержу, просто вот так хотя бы. Фу. Жена такая же? Нет, какая такая же? Она красивенькая у меня. Какой жиросжигатель посоветую? Ребят, последние лет 7 не пользуюсь жиросжигателями, поэтому достаточно трудно рассказать. Мне в свое время нравился Anadrox от фирмы MHP, Pump and Burn. Там эффекты жиросжигателя и легкая энергетика. Образ жены? Нет, образ жены совершенно нормальный. Покажи себя. Покажи себя. Покажи себя. Я, правда, немножко у нас лохмачена. Да, домовенок. Собственно, вот. Ты хочешь быть женского пола? Нет, как же могу быть женского? Я уже мужского создал. Герань, ДМ, это сановский продукт, я что-то не помню. Через сколько после родов можно заниматься? Ну, здесь, на зависимости от того, какие были осложнения, тут можно заниматься уже через 2-3 недели, а иногда приходится ждать и 3-4 месяца. Для чего мне все это? Это для того, чтобы... произвести перезагрузку организма. Из кого я города? Из Санкт-Петербурга. Что со мной? Не знаю, что со мной. Все, я чуть-чуть уже устаю. В следующий раз мы с вами пообщаемся. Наверное, это будет завтра. И выйдем в перископ с любимой. Будем отлеживаться дома. Я думаю, что я буду уже чувствовать себя лучше. Всем спасибо. Все, до следующих встреч. Масик, у меня не получается, нажми ты.